Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. В Анапе ожидают резкого ухудшения погоды. Антициклон будет наступать по нескольким направлениям. Это и порывистый ветер, и понижение температуры. В основную зону риска попадают автолюбители. Завтра утром на дорогах возможен гололед. Уже сегодня, советуют эксперты, стоит поменять летние шины на зимние. Также необходимо тщательно выбирать и место парковки. Одиноко стоящее дерево и незакрепленные предметы могут повредить машину. Да и для человека они несут прямую угрозу. Не стоит забывать и о правилах безопасности в закрытых помещениях. Ни в коем случае не сохранять запас дров в домах. Исключить нахождение газовых баллонов в помещениях. Проверить дымоходы. Проверить автоматику работы отопительных приборов. Усилить контроль за престарелыми и детьми. Потому что при таком ветре и отрицательных отметках температуры, переохлаждение организма для детей очень опасно. Такая погода в ноябре, говорят эксперты, для Анапы не редкость. Городские коммунальщики заверяют, к любым сюрпризам непогоды готовы. Уведомляем все службы, переводим в усиленный режим. Также просим население обращаться в единую службу диспетчеров. В случае ликвидации последствий создается группа. Основной удар стихии придется на первую половину недели. По прогнозам синоптиков, уже в четверг погода нормализуется. А в ближайшие дни по всем вопросам можно обращаться по телефону оперативной дежурной службы 320-94. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.